Как реализовать генпланы и сделать столицу Крыма чище, краше и уютнее? Эти вопросы обсуждали в горадминистрации Симферополя в рамках форума «Школа экспедиции». Специалисты с материка поделились опытом успешного развития инфраструктуры, затрагивали наиболее типичные проблемы городов постсоветского периода. Можно нарисовать золотые генеральные планы, золотой дизайн, прекрасный. Будет все отлично, но город наполняют именно живые люди, сами люди, молодежь, креатив, пассионарность, толерантность. Вот исходя из этих предпосылок и нужно относиться к нашему генеральному плану и к городской среде. В плане работы форума была и практическая часть. Участники выехали в разные районы Симферополя, чтобы воочию оценить состояние городской среды. Обратил внимание на все-таки все равно развитую пешеходную сеть хотя бы в центре, то есть есть хорошая пешеходная такая доступность и связность. Вот. Понравились даже какие-то там ваши арт-объекты из старых деревьев, которые не повалены, а из них что-то выпилено там, то есть тоже привлекает внимание. Но так ли это по всему городу, вопрос. Сейчас наша команда пешком проходит весь город.